Сейчас мы с вами будем говорить о наложении ареста в карту Каспи Голд. Ну, не только Каспи Голд, на любую вашу карточку. Вот. Был у меня случай, что я захожу в Каспи Голд и хочу перевести деньги, и у меня выходит сообщение, что наложен арест на карточку Каспи Голд. И нужно было мне разобраться с этой проблемой. И в первую очередь, конечно же, я зашел в Google Chrome и начал забивать в поиск арест счетов Каспи Голд. И тут я вижу три основные причины ареста. Первый – невыполнение обязательств перед госорганами, например, задолженность по налогам. Второй – просроченный кредит или другие обязательства перед банком. Третий – постановление суда. Ну, конечно, здесь очень часто происходит из-за того, что задолженности по налогам, поэтому у нас блокируют нашу карту. И за что заблокировали вашу карту, наложен арест, вы можете, конечно, в первую очередь проверить сведения о налоговой задолженности. Для того, чтобы проверить сведения о налоговой задолженности, мы должны в первую очередь зайти на сайт kgd.gov.kz. kgd.gov.kz. И здесь мы видим сведения об отсутствии наличии налоговой задолженности. Открываем эту страницу и вводим тут свой ИН. И нажимаем «Я не робот». Это для проверки от ботов, от вирусов. Да? Нажимаю «Получить результат». И здесь я вижу имя и фамилия, свой ИН и всего задолженности в тенге 0 тенге. Если у вас здесь будет задолженность, то у вас будет здесь указываться сумма задолженности. И вы сразу же поймете, за что наложили арест на ваш счет или на ваш Каспи Голд карточку. Да? Теперь именно за что наложен арест, мы спускаемся вниз и нажимаем здесь, вот здесь есть подробнее, и открываем каждый вкладку. И в этом списке мы видим задолженность по сумме штрафов, задолженность по сумме процентов. Вы не оплатили пенсионное отчисление, или же вы просрочили свой социальный налог на транспорт, то здесь у вас высится эта сумма задолженности, и вы должны будете оплатить эту задолженность в приложении Каспи Банк или в любом отделении. Да, но самое легче это сделать с помощью приложения Каспи Банк. Про это я тоже вам сейчас покажу, как оплатить с помощью приложения Каспи Банк. У нас вот по социальному налогу, допустим, вышла здесь пеня, да, код КБК 103-101. И получается, мы должны зайти в приложение Каспи, здесь выбрать платежи, все, и здесь должны найти услуги, штрафы, налоги. И выбираем платежи для ИП, налоги для ИП, и выбрать тип платежа. Надо обязательно указывать либо социальный налог, это вас за пеню оплачивать, или просто социальный налог. И также по остальным налогам. Обязательно, если пеня, то надо указывать пеня по социальному налогу. Выбрать пеня, выбирайте свой налоговый орган, где вы прописаны, или где ваша компания зарегистрирована и так далее. После просто оплачивайте все свои штрафы, и автоматически вас снимут с ареста. Надеюсь, это видео кому-то поможет, чтобы не тратить свои драгоценные время, посещать банк, оплатить ваши задолженности, идти в банк, в почту и так далее. Просто вы можете это все сделать онлайн, с телефона, с приложением Каспи Банк. Не только Каспи Банк, вы можете это сделать с помощью приложений любых банков: Халк, Центр, Сбербанк. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал.